Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на CD Родина, ролиплей, центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, вы не забывайте вводить Моник при регистрации. И сегодня я хочу себя почувствовать в роли работника МЧС. Я уже устроился на работу, но меня крашнуло, короче, я хотел, ехал записывать уже серию, но меня почему-то крашнуло возле Бурынка. И я вот перезашел, короче, полетели. На автобазе авто к забору или спавню все авто. А, ну, автобазар, видите, АБ. Ну, я не знаю, я Бурынок что-то называю. Не знаю почему, но я называю Бурынок. Летим к базе МЧС, я уже устроился, как вы понимаете, как вы помните, точнее, я купил военный билет в предыдущей серии и крутил там рулетку, вот эту, World. Ну, ничего годного, конечно, я не выбил, и в хазике еще слил потом 500 тысяч. Ну, да ладно. Не будем расстраиваться, короче, летим в МЧС, попробуем себя в роли работника МЧС, будем тушить пожары. Не знаю, как это реализовано вообще здесь, на родине, на Мазинке все по-другому, я думаю, но посмотрим, как здесь все сделано. Поэтому да. Так, где у нас тут МЧС был, я помню. По-моему, вон оно, вон МЧС, короче, сейчас припаркуем свой вертолет, где-нибудь там на крыше, наверное, давайте поставим. Вот, я на крышу сейчас его припаркую, и все, спокойненько сейчас сядем, будем работать. Да воду еще, а где воду набирать? Я что-то вообще этого не знаю. Так, вон я вижу передевачку. А где набирать воду вообще? На работе это МЧС. Я без понятия, я первый раз здесь работаю. Так, вот, я переоделся, окей. Чтобы работать, откройте список происшествий. И выберите одно из происшествий. Вы переоделись в форму пожарного и... заступили на дежурство. А где эту воду брать? Вот мне интересно, видите, они все пустые. А вот, воды 1400 литров. Его и возьмем, наверное, тут больше всего воды. Так, заводим двигатель. Пишем команду. Сейчас я найду. Фирес. Фирес, да? Сейчас, да, Фирес. Пишем команду Фирес. Ой, так. Хм. Я слэш забыл прописать. Так, средняя, пожар средней школы. Ну ладно, давайте отметим. Пожар начало 40 секунд назад, процесс завершения 0. Принять. Все, принимаем, короче. Я эту команду на запомнить мне. Все, едем тушить пожар, короче. Вы приняли вызов, отправляйтесь на место происшествия, отмеченное красным маркером. Окей, это все понятно, я думаю. Все, я просто... Мне ж можно, по идее, на красный ехать. Я включаю мигалку, и мы едем тушить пожар. Пес, он дрифтит, этот грузовик, я вам отвечаю. Я только же, видите, как поворот зашел просто. Я даже ручника не дернул, просто поворот начал заходить. Его что-то повело. Я так понимаю, нам ехать примерно так в... этот, как его, Рогович. Так... А, что я торможу, блин, наша сирена включена. Все, можно ехать спокойно просто. Воды у нас до хрена. Я не знаю, как потом ее заливать. Пишите в комментариях, как её... где ее брать, эту воду. Или она сама типа берется. Потому что воды у меня, вот вся моя вода. Я думаю, этой воды хватит. Должно хватить по-любому. А не, нам походу ехать в южные все-таки. Блин, что она так дрифтит жестко просто? Реально жестко дрифтит этот грузовик. Не знаю почему, но он жестко дрифтит, короче. Блин, все-таки не зря военный билет купил. Я думаю, это того стоит. 250, по-моему, этих доната стоило. Я думаю, это того стоит. Так, что-то не покупаю, куда нам ехать? Давайте я на карте посмотрю. Так, нам ехать... Да, в южный, все, я понял. Едем в южный. Знаете, что круто? На Мазинге вы должны обязательно с напарником работать. Здесь, я так понимаю, можно одному работать. Это довольно-таки хорошо, потому что не всегда найдешь напарника. И иногда хочется самому поездить. Не знаю, я люблю в основном за рулем ездить. Поэтому мне эта система здесь очень нравится. То, что можно реально самому работать. Но без военного билета, пацаны, вы сможете работать пожарником. Потому что обязательно нужен военный билет. Ой, чувак, сори. Сори, Илья. Давайте я крикну ему сори. Дружище, сори, я случайно... Видите, ее очень заносит, прям очень заносит эту машину. Я думаю, он меня простит. Надеюсь, он меня простит. Я случайно, вы сами видели, меня просто выкинуло на встречку. А он сзади меня ехал, врезался, и
улетел с моста. Она очень дрифтит, надо ее держать постоянно. Какой-то дрифт-корч получается. Реально, какой-то дрифт-корч. Так, вон сзади этот. Вот куда ты по встречке ездишь, ёп-моё. Дружок, куда ты по встречке ездишь? Бесит такие люди, конечно, какие по встречке ездят. Так, давай, 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 давай. Надо быстрее ехать, пока не сгорело все. Открывайся, давай, давай, давай. Мигалку, надо включить мигалку. Как ее там включить? Во. Все, я включил эту мигалку. Сейчас по-любому меня подрежет. Ну я так и знал, что меня подрежет, отвечаю. Просто еблан какой-то. Реально, он сам меня врезался, блядь. Да, я улетел там на встречку, но он сам меня врезался, как бы. И вот меня начал подрезать. Ну, придурок какой-то. Я ж написал, сори. Ему этого мало, блядь. Тем более, ну, он просто улетел с моста немножко и все. Блядь, как же она дрифтит, сука. Это пипец просто. Надо по-любому ремку будет купить, потому что, мне кажется, тачка долго не выживет у меня. Потому что, блин, ее реально кидает жестко. Кто ездил там на елике 6x6, тот по меня поймет. И вот так само кидало, блин. Не помню, на каком серваке я катался. А, на моем серваке я катался, и его кидало тоже так само жестко. Не знаю, чего он тоже здесь так кидает. Но сирена включена, да, все, мы едем. Сиреной можно, по идее, проезжать. Вон пожар там у нас происходит. Так, дайте проехать. Пожар, пожар. Горит автошкола, автошкола горит, пацаны. Да ё-моё, давай едь. Я уже всю машину просто себе разбил, пока доехал. Это просто жесть. Так. У нас, видите, здесь текстуры реальные. Так, нам тушить пожар надо. Давай, 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 давай. Надо потушить пожар, короче. Хотя мы можем огнетушителем, по идее, тушить, да? Я так полагаю. Мы ж можем огнетушителем тушить. Так, скриншотик сделаем. Все. Давайте тогда огнетушителем тушить. Чтоб так будет попроще, я думаю. Давай, тушись. Давай, давай, давай. Ну, блин, я здесь сам не справлюсь, наверное. Хотя попробуем сам. О, вот еще одна пожарка приехала. Так, давай, чувак, тушим. Тушим. Просто тушим это все. Давай, 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 давай. Так, это я потушил. Все, видите, сколько меток на карте, какие надо тушить. Это жесть просто. Просто жесть. Воды в машине, я думаю, не хватит. Поэтому лучше тушить так. Это чувак, наверное, с машины, да, сначала тушит. Давайте мы тоже, наверное, сначала с машины всю воду выльем. У него воды там больше, чем у меня. Давайте да так сделаем. Ну, тушись, ёпта. Чё оно не тушится у меня? Я не понимаю. Во. Во-во-во-во-во. Во, другой огонь. Давай, давай, тушим. Ну тушись, блин, как-то странно эта система работает. Тушение этой херни. Давай, ёпта, тушись. Проценты что-то не высвечиваются. Вообще никак. Мне кажется, проще будет, блин, саму тушить. Во, вот там тушится. Давайте, значит, там. Вот так, походу, надо тушить издалека аж. Мы должны спасти это здание, короче. Бля, как здесь есть система, все-таки прикольно. Так, давай, 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 тушим, тушим, тушим. Блин, все-таки, видите, здесь, блядь, не просто приехал, блядь, за 5 секунд потушил, уехал. Здесь, блядь, нужно геморроя много. Реально много нужно геморроя. Интересно, сколько здесь заплатят денег? С этим уровнем, кстати, доступна работа, нужен военный билет. Повторюсь. Так, я поехал тогда сюда. Ты едь туда, я поехал сюда, короче. Так, у нас тут двое уже работают, короче, людей. Воды, видите, вода очень быстро заканчивается. Ее реально не хватает просто. Надо несколько машин, чтобы приехало. Тогда тушить уже. Но это просто жесть. Система здесь классная, кстати. Это пожарная. Я думал, я приеду там, блядь, за 5 секунд потушу нахуй. Как на Мазинге просто сделано это все. И будь заебись. А нет, тут, блядь, надо, блядь, страдать. Тут надо работать реально. Как настоящие пожарники. Мне кажется, мне минут 20, наверное, уйдет, чтобы это все потушить. Самому. Поэтому да, пацаны, блин. Все здесь по-серьезному, я вам скажу.
Точку внимания, хочу поставить вам группу проекта Линкор Ролиплей. Это проект, который еще не открылся, но 22 числа, пацаны, то есть в этот вторник он откроется. Мод здесь копия Мазинга, но немного переделанная. Прям наш любимый старый Мазинг. Кого заинтересовало, ссылочку я оставлю в описании на группу. Подписывайтесь и ждите 22 числа открытия. И это довольно-таки круто. Работа МЧС. Если что. Там красным. Я сначала надо устроиться, короче, потом уже. Так, у меня 100 литров осталось, навряд ли я смогу это потушить. Но попробуем. Попробуем это потушить. Потом придется бегать самому с жителем и тушить пожары. Блин, ну система здесь реализована очень круто. Все, у меня закончилась, короче, вода. Значит, в жопу эту воду. Будем руками тушить. Давайте я тачку лучше заглушу, потому что бензин все-таки тоже нынче дорогой. Поэтому да. Все, бежим дальше, будем сами тушить. Фух, ох, сколько здесь еще огня. Мы только 50% потушили уже. Поэтому да. Давай тушись, ёпта. Во, пошла жара, все. Мы должны все это здание затушить в этой серии, я надеюсь. Ну, видите, это все долго происходит. Я не буду полностью снимать весь процесс. Но чтобы понимали, бля, это долго. Так, уже почти 60%, кстати. Потушено. И всем, наверное, кто участвовал в потушении этого пожара, так сказать, то заплатят всем, кто участвовал в этом. Ну или кто больше всего потушил, тому больше заплатят, я не знаю. Серьезно, я не знаю, как здесь система реализована, но сейчас посмотрим, как здесь платят. Если здесь платят нормально, то это вообще будет очень круто. Я бы, может, на стримах можно будет поработать на этой работе, кстати. На родине, вместе всем. Ну, у кого там ВБ есть. Так, все, погнали дальше, идем. Так, я вот тушу же эту всю сторону. Уже последняя сторона, короче, баллон начал заканчиваться, вы прикиньте. Начал, блядь, заканчиваться баллон. Я в шоке, я не знаю, что делать. Чувак тут, не знаю, поможет, не поможет. Но видите, он очень быстро кончается, поэтому я не знаю, мне хватит его на весь пожар или нет. Поэтому сейчас будем быстро работать в темпе, блин. Ну, скорее всего, мне вот этого баллона не хватит вообще. Я не знаю, блин, еще потом ехать за баллоном, чтобы дотушить этот пожар. Ну, такое себе. Так, 70%, 80%. Давай, быстрее, надо, чтобы хватило этого баллона с головой. Фух, так, идем дальше. Вон чувак тоже тушит, я думаю, вдвоем мы точно справимся. У меня уже баллон начинает заканчиваться, у него, я думаю, тоже. Хотя, не, он с машиной же тушил больше всего, у меня там 2000 чем-то литров было. Поэтому, как-то так. Ну, система, блин, мне очень понравилась вот эта. Я уже где-то минут 20, наверное, работаю. Ну, не 20 минут, наверное, 10-15. Ну... Мне интересно, сколько нам заплатят. Или заплатят нам вообще. Вы видите, мы с чуваком вдвоем вообще нормально так херячим просто. Наверное, тот самый, что приезжал на машине, короче, когда я выезжал. Скорее всего, это он. Тут одна, по-моему, пожарная часть всего лишь есть. Если я не ошибаюсь, то поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь, точнее. Ну, вроде бы всего лишь одна. Так, уже совсем чуть-чуть осталось. Баллона, походу, мне все-таки хватит. Нормально, нормально. Так, все, потушил. Это последний тушим, короче. Нам должны заплатить бабки. По идее. Не знаю, сразу или нет нам заплатить, но по идее должны заплатить бабки. Чё, чувак куда-то ушел, но... Ну, видимо, понял, что все, пожар потушен. Фух. Бригада из двух бойцов ликвидировала пожар средней школы. Вроде южной. Благодарим за службу. А как бабки получать, типа, когда вы уже с работы увольняешься или как? Давайте я пойду с нашу машину возьму тогда. Пойдем на базу и попробуем, типа, уволиться. И получить деньги. Хотя, какие у нас тут команды доступны? Давайте ММ. Команды сервера по работе. Работа. Закрыть шлагбаун. А, закрыть служебный ТС. Помощь по работе. Уволиться с работы. Давайте я, наверное, поеду, переоденусь и тогда уже уволюсь с работы, можно сказать. Хотя увольняться не хочу, я хочу просто ЗП забрать. Я прописал команду, пишет, в данный момент нет происшествий. Ну, значит, пожара пока нету. Но, блин, то, что мы потушили, это очень круто, но почему-то вот эти обгорелости, они не убрались. Кстати, у меня тачка дымится, надо заехать темку купить. А то будет так хреново на ней ездить без дыма. Меня сейчас могут посетить дыморган, поэтому давайте... Поедем, я куплю ремку и починю ее.
Так, короче, там гаражный кооператив какой-то загорелся. Поедем, попробуем потушить. Я думаю, еще один пожар потушим. Короче, поэтому поехали. Не знаю, баллона мне хватит или нет, надеюсь, что хватит. Так, вот этот гаражный кооператив. Не знаю, мне баллона хватит одного или нет. Но сейчас попробуем потушить его. Хотя, скорее всего, не хватит баллона мне. Что очень-очень печально. Надо шевелиться, чтобы она работала, блин. А то если на месте стоишь, она нихера не тушит. Да, мне не хватит одного баллона по-любому. Ну, может, это другой приедет, потушит еще. Потому что я... Ну, не знаю, можно поехать будет еще, конечно, взять. И попробовать потушить. Ну да, здесь, сука, тушить до хера. Это да, конечно. Ну, может, сейчас еще чувак приедет, я не знаю. Я потушу максимально, сколько смогу. А там уже пусть он тушит. Потому что я хз. Я думаю, для меня 5-2 пожара и так будет уже достаточно. Но я бы потушил бы его, но, видите, мне не хватит просто баллона. Так, тушим, давай. Блин, ну очень классная система здесь, реально. Так, вперед, назад давайте походим, чтобы так вот реалистичнее было. На месте, потому что не будем стоять в реальной жизни, я думаю. Бля, давай быстрее тушись. Да, мне баллона по-любому не хватит, все. Я уже это вижу. Может, человек приедет, поможет потушить какой-то. Че, я же потушил вроде его. А, или это другой огонь какой-то. Давай, давай, давай. Не хватит мне. Сука, обидно. Ну, можно будет еще машину взять и приехать потушить. Так. Давайте прям в дом зайдем, прям вот так вот просто. Прям вот так вот будем тушить просто жестко. Вот мне классно, что здесь не просто, знаете, пожар идет, а обгоревшие вот эти объекты, блин, это очень круто. Это реально очень круто. Да, я один здесь не справлюсь, короче. Ну, будем тушить, пока баллона хватит. Я думаю, так будет нормально. Так, давай в середине тушим. Ну, видите, только почти 30%, а у меня баллон заканчивается. Придется ехать за новым баллоном, либо уже завершать работу, не знаю, посмотрим. Ну, блин, работа реально крутая. Через каждые 5 минут пожары, как я понял. Это тоже довольно-таки прикольно. Но по деньгам я хз, что там платят. Так, дружище, отойди нахрен. Видишь, тут пожар идет, блин. Он тут бегает. Все, у меня баллон закончился. У меня закончится, короче, баллон. Ну, погнали, чё. То, что заканчивается вода в машине и баллон, это очень круто. Блин, реально, это как больше к реальности сделали, понимаете? На мазинке ты там, блядь, туши, блядь, сколько влезет. И ты тупо тушишь его, и буквально за минуту можно потушить этот огонь спокойно. И потом ждешь по 30 минут эти новые, блядь, как его? Новые пожары ждешь, короче, по полчаса, блядь. И в итоге, ну, только с напарником можно, а здесь можете ночью зайти, короче, там, подработать самому, так, пожарником, чисто такой герой, блядь, области. Я думаю, это очень прикольно. Так, все, я приехал, короче, так, глушим машину, берем другую. Вон, где можно воду залить, кстати, я только увидел. Вот здесь можно воду залить, а где огнетушитель можно взять? Пожарные насосы, место для заправки. Можно и тачку, кстати, заправить. Как ее заправить только? Как? Блин, чтобы зажимаете пробел у насоса. Как к этому насосу подъехать? Вот так вот прям? Или чё? Я держу пробел. А. Во, началась заправка воды, короче. Ну, видите, никто не едет, короче. Давайте заправимся водой. Бля, это очень круто, что еще надо воду заправлять. Бля, это просто охуенно. Так, можно только с собой 2500 литра воды. А где этот брать огнетушитель? Типа, мне заново надо устраиваться. Так, давайте я тачку заглушу. Да мне вода не нужна, мне нужен бензин. Алло, бензина можно?
И как там Фил, по-моему, же команда. Давайте бензин тогда. Вы не на одной из заправок. Ладно, хрен с ним, тогда бензин не надо, поехали тогда сразу на машине. Я уже за свои бабки тогда заправлюсь, хрен с ним уже, ладно. Поехали. Я что-то подумал и понял, что я вот так просто не потушу. Мне этой воды не хватит, по идее. Реально, поэтому сейчас пойду переоденусь тогда, получается, и уже уже возьму огнетушитель, чтобы у меня еще был, и все. А то так я не потушу по-любому. И заправлюсь сейчас, как раз заеду. Конечно, серия затянется, но, блин, зато интересная серия, я думаю, вам понравится. 22 тысячи мне заплатили, вы прикиньте, ебать здесь бабки платят, я ебу. Ого. Так, Фирес. Да, окей. Все, сейчас я его потушу, не переживайте. Так, вот я доехал, короче. Давайте тушить пожар. Проценты что-то не капают. А, во. Давайте тушить пожар, короче, пока он есть. Я единственный, кто тушит пожар, короче, я так понял. И мне, скорее всего, нормально заплатят. Я так предполагаю. Так, вон следующий там пожар. Потом будем уже огнетушителя тушить, когда вода закончится, потому что у меня еще дым в машине, поэтому я не буду на ней ехать, просто буду стоять, чтобы меня не посадили в дым-орган. То мало ли. Так, уже почти 50% я потушил, вообще заебись. Бодрячком утем. Так, давай. Все. Сюда как надо. Давай, идет. Сюда не достает, короче. Значит, давайте это тушить. Хрен с ним. Блин, у меня походу я же изначально тушил, потом я переоделся, и меня это сбилось, типа, что я тушил. Поэтому не знаю, сколько мне заплатят. Даже нормально заплатить. Может, ты будешь тушиться, алло. Давайте я поближе подъеду. Чуть-чуть поближе. А, у меня тачка была заведена, оказывается. Ладно, давайте это тушить пожар уже. По бурику сейчас надо все потушить и будет заебись просто. Получим свои бабосики. И будем, наверное, заканчивать серию, потому что я так и затянул. Так, вот, теперь здесь тушим. Насчет внутри будет пойти потушить. Ну, блин, конечно, трудная работа, я вам скажу. Очень трудно. Но бабки здесь нормальные платят. Так, теперь это тушим. Воды у нас тоже уже немного остается. Немного хватит, я думаю. Так, давай. Видите, быстрее водой тушить. Так, а ну если в середине туда тушить, во, пошло. Правда, нихера не вижу из-за этого дерева, но процентов можно смотреть, тушится он или нет. Так, теперь туда. Сейчас мне чувак звонит, давайте потушу, блин. Я напротив аренды машин. Я напротив аренды машин, тут гаражи горят. Все, я ему написал, точнее я сказал, что где я. Подписчик, походу, не знаю. Том душевный какой-то. Так, давай. Ёбда, тушись. Ну. Давай, блин, тушись. Ну не хочет тушиться вообще. Фух, все, я потушил весь пожар, короче, прям весь. Я реально заебался на самом деле. Это было очень трудно и очень долго. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I'd be crying.